Квитанции всем исправно шлют. У меня лично брат 1500 за мусор платит, дом большой. И вот смотрите, что тут вообще творится. Это караул. Они просто бульдозером взяли на мусор, который лежала гора мусора, который не вывозился здесь месяцами. Они трактором разровняли здесь просто кругом. Здесь везде мусор, в гаражах, везде его тут раздуло. Полгода вообще его никто не убирал. Кругом, кругом, просто свалка. Взравняли, а платили по квитанциям, все исправно. Вот сейчас вот делают какую-то площадку делают для мусорки. Сейчас давайте мы ее объедем, посмотрим. Вот. Вот такой вот здесь вот внешний вид. Полный мусорки. Просто полный. Сейчас вот уже раздувает кругом мусор. Нахер ничего никому не надо почему-то. А квитанции приходят регулярно, исправно. Это улица Лесная, что ли, по-моему. Короче, вон горбольница, гостиница «Ваш уют». Полные мусорки. За что я должен? Вообще, так вот везде. За что платить мусор? Скажите. За этот срач во всем городе.